Евразийская пятерка работает успешно, постепенно раскрывает свои возможности. Причем государства-участники увеличили поставки на общий рынок Союза не только сырья, но и машин, оборудования, металлов, изделий из металлов, продукции химической промышленности, продовольственных товаров, сельхозсырья. Внутрисоюзные торговые потоки становятся более сбалансированными, а обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство наших стран получают новые возможности для расширения производства и создания рабочих мест. Скоординированные усилия по цифровизации экономического пространства вошли в число приоритетов российского председательства. Сейчас в Евразес создана нормативная база для запуска первых цифровых проектов. Мы предложили ряд инициатив в области интернет-торговли, технологии прослеживаемости движения товаров, создания транспортных коридоров, промышленной кооперации. В начале этого года было подписано соглашение о маркировке товаров средствами идентификации. Рассчитываем на то, что скоро в государствах-участников пройдут все необходимые процедуры, чтобы документ вступил в силу уже в этом году. Мы планируем до конца года создать в России такую систему, которая охватит весь цикл от выпуска товаров таможни до их продажи в рознице. Предлагаю в максимально сжатые сроки распространить этот механизм на весь Союз. Наша главная цель – создать на полуострове совершенно иные стандарты жизни, отдыха, новую социальную среду, превратить Крым в динамично развивающийся регион. Мы уже завершили более трети всех объектов и мероприятий в рамках действующей ФЦП. С настоящего момента завершено создание 214 объектов, еще порядка 350 находится на этапе реализации. В заключительной стадии находится работа по завершению строительства новых теплоэлектростанций, реализации объектов инженерной инфраструктуры, которая позволит Восточный Крым обеспечивать водой, ну и, конечно же, строительство трассы Таврида, которая свяжет восток и запад полуострова. Мы подготовили предложение по продлению программы до 2022 года с увеличением ее финансирования. Ликвидирован дефицит электроэнергии. В этот курортный сезон люди впервые смогли приехать в Крым по новому мосту. Сейчас в разгаре работы по строительству железнодорожной ветки. В социальной сфере к 2019 году будут сданы 36 дошкольных учреждений, 13 школ. Еще одна задача – это улучшение инвестиционного климата и развития предпринимательства. Есть предложение о декапитализации государственной микрофинансовой и региональной гарантийной организации в Крыму на 500 000 000 рублей. Доступные кредиты должны оживить деловую активность, упростить старт бизнеса для тех, кто только хочет открыть свое дело, помочь модернизировать уже действующие компании за счет пополнения оборотного капитала.